Всем привет, это B-Boy Gypsy, Predator Screw, Ростов Папа. Сегодня я здесь на Break Advice, будем заниматься. В этом уроке мы рассмотрим такой элемент, как Air Flyer. Я покажу вам, что вы можете с ним сделать. Объясню какие-то, может быть, мини-секретные моменты, которые вам помогут легко освоить этот элемент и сделать его чуточку красивее. Я сегодня не буду вам слишком много всего навязывать, вы все знаете, миллиард обучалок. Я просто объясню от себя, что я считаю именно важным в этом элементе. В общем, начнем с того, что, в принципе, все знают, что Air Flyer исполняется с копейки. Вы используете простой стандартный заход, копейка, да? Что идет дальше? Вы, заходя на первую руку, еще не поднимаете тело вверх. То есть, естественно, вы задаете себе темп. То есть, на первой руке вы делаете такое вводящее движение. Некоторые бибои используют такой маленький подмах левой ногой, то есть своей маховой. Это вы можете увидеть у французиков там, и так далее. То есть они исполняют вот такую тему. Следите за моей левой ногой. Бам! Такой чуть-чуть подмах, как бы, который создает немного больше скорости. Но это кому как удобно. Затем, самое основное, что я считаю, после первого движения, когда вы уже ставите вторую руку, вы должны зафиксировать позицию в плече. То, на что я хотел лично я обратить внимание в Power Move, это плечи. Я сейчас понял, что вот именно это очень важная тема в этих во всех вещах. Собственно, и вы делаете фриз, как бы фриз после первого движения. Первое движение, заход и фриз. Грубо говоря, как бы угловая позиция, обычный уголочный фриз, плечо при этом широко открыто и идет натяжка ног на себя. В таком духе я, в принципе, и сам учился, то есть я отрабатывал такое движение. Заход и позиция. Бах. Легенький 99 такой, половинка. Вот, собственно, после чего происходит джамп. Но, когда вы делаете джамп, вы не просто именно прыгаете, как бы просто прыжок и без ничего. Вы должны продвигаться телом. То есть, обычная ошибка, ребята прыгают и их как бы срубает, то есть они заносятся под себя. Вот чтобы этого не было, движение должно продолжаться в сторону. Прыгайте прямо всем телом, то есть продолжайте и следите за рукой. В таком духе. Бах, да? Еще раз, помедленнее. Значит, позиция приземления на вторую вашу внутреннюю руку. Когда вы приземляетесь, вы должны чувствовать, опять же, плечом и всем телом. Старайтесь оставить ноги как можно выше, ничего страшного, если вы будете высоко, потому как в любом случае, если движение совершается правильно и правильный прыжок сам, то твист будет смотреться как твист через тело, а не через голову. Но на приходе вот здесь именно тоже фаза, как бы фриза. Вот таким вот образом. Я сейчас прям специально акцентирую, да, на этом внимание, но вы должны сами понимать, что, в принципе, когда все это вы делаете быстро, оно очень-очень мелко, то есть это все, но оно есть. Вот, это все, что касается, в принципе, того, чего бы я заметил и хотел бы вам сказать. В остальном все по классике, махи, шпагат, то есть растяжка. Сразу же еще раз напоминаю всем, без растяжки в Power Move вы можете плакать и идти домой. Потому как
Нужны махи, широкое амплитудное движение будет только если вы себя будете хорошо чувствовать и ваши как бы связки, ноги будут стоять в правильной позиции. Ну и в принципе все, что можно сказать именно просто по элементу Air Flyer. Заход, мах, прыжок, четкие позиции, фазы. Фазы ног, плечей, тела, махи ногами. Это вы, в принципе, все знаете. В принципе, хотелось бы показать и осветить некоторые техники Air Flyer, так как люди исполняют по-разному, каждый по-своему, имея, в принципе, базовую технику, можно делать по-разному. Как я вижу это, значит, первым делом мы имеем самую классическую и basic технику, как я классифицирую, корейская, да, звездочка, Янзе Шримп, old school времена, как бы и так далее. Что я под этим понимаю? Я понимаю, что тело ровное, делаются только махи, исполняется все только на маховой основе, и все эти позиции, они очень широкие. Показываю. В общем, это, в принципе, я считаю, самая, можно так и сказать, наиправильнейшая техника, так как все следует циклично, все широко, никаких ни сгибов, ничего. И довольно-таки приятно на вид. Но также вы можете делать немножко по-иному, как, допустим, делаю я, также Ронни Руин, Ноно и так далее. То есть техника рывка. Да, это означает, то есть, когда вы делаете джамп, в момент прыжка вы даете небольшую амортизацию ногами. Но мах и все позиции не меняются. То есть вы просто как бы делаете маленький бонус себе. Выглядит, в принципе, следующим образом. Это уже у нас две разновидности, да, и третья разновидность, которую я для себя классифицирую, это flex move, да, то есть люди, которые обладают какими-то возможностями гибкости плечей, там, рук, тела, корпуса, и у них немножко это смотрится более, я бы сказал, необычно. Допустим, такие люди, как Марсио, там, Брагим, также Астра, все венесуэльские ребята, бразильяне там есть, которые, в общем, все растянутые, там их много. То есть там аспект остается такой же, то есть все, плечи, махи, но они за счет своей растяжки позволяют себя как бы более контролировать, более останавливать где-то, более дать себе что ли больше времени или места. На примере могу просто продемонстрировать технику твиста Марсио. Допустим, он там делает сильный угол, и на момент, когда он перед прыжком, у него очень вот этот вот момент, который я объяснял в простом эйрфлэре, когда ты задерживаешься на плече во фрезе перед джампом, у него он очень акцентирован. Собственно, вы также можете делать по таким техникам, то есть, допустим, в таком духе, да, Марсио. Как вы видите, вы можете использовать разные техники, но я для себя в основе использую технику рывка,
потому как мне легче всего делать что-то, какие-то вещи, свои фишки, там, какие-то триксы именно этой техникой. Но, в принципе, вы можете делать как угодно. Нет такого, что «а, вот так надо» или «вот так там». Как бы есть обычная базовая техника, а потом каждый для себя, понимая какие-то моменты, делает так, как ему удобно. Я считаю, главное это первое, чтобы было просто красиво, как говорится, чтобы ты там не летал через голову, там, или там корявый, спина, там, кривой весь. Это ненавижу. И как бы, чтобы было все на динамике, да, широко, амплитудно, скорость, и вы умели себя держать. Я считаю, в Airflare вот это вот все очень важно. Итак, вариация матчмил с твиста, да, так скажем. Очень многим интересен этот элемент. Признаюсь, я тоже его очень люблю. Я вдохновился на него с Рудольфа, когда он еще на IBE 2004 фигарил. Очень круто. То есть вы используете технику матчмилса, то есть движение скрещенных ног и рывок и возвращение. То есть. Но здесь вся фишка немножко меняется, не так, как в обычном твисте, потому как если вы будете держать ноги низко, то есть низко корпус ваш будет, вы не выпрыгнете, потому как там нижняя часть тела, то есть вот этот момент, когда вы делаете, он находится более наверху. Но если вы прыгаете правильный джамп, то есть рука, все, вы ведете, делаете прыжок, у вас будет смотреться как твист все равно. Здесь важно, что, опять же, плечики, ребята, вот они, вы с них спрыгиваете. Мне, допустим, лично мне, я понял, что мне легче хоппингом делать. То есть, когда пам-пам-пам-пам, не обычными переступаниями, да, обычный классический, а вот именно джампами, я лучше себя так чувствую. В принципе, система обучения такая же. Вы заходите, скрещиваете ноги, позиция и прыжок. То же самое, не забываем плечи, то есть верхняя часть тела, а нижняя часть тела делает матч-позицию, но ваши колени должны быть в стороны, да, широко, что требует бочка. И вы делаете рывок, то есть пам и к себе, маленький быстрый рывочек. Но тело всегда остается, да, вот, преимущественно, да, вы держитесь. Ну, если можно, конечно, делать низко. Допустим, я видел, вот, Блонд недавно научился, и он очень прям низко ноги проносит, но он делает. Допустим, это говорит, опять же, о том, что вы можете делать как угодно. Но легче, я вот думаю, как вот Рудольф. То есть, сейчас вам продемонстрирую просто. Вы делаете заход, в начале также первая, вторая рука позиция, и пошли джампы, работаем ногами, перебираем, прыгаем на руках. Это что можно сказать о бочковом твисте. Сейчас наше время практически очень много всего стало базой, поэтому не стесняйтесь и учите разные вариации, то есть это не будет в минус, это только будет лучше вам. Но дабы, если вы хотите смотреться и быть более интересным, креативным, просто старайтесь придумать свои вариации. Вы можете делать что угодно, можно ногу там в майки засовывают, там так ставят, так, то есть разные положения, просто думайте об этом, пробуйте как-то, может, хвататься где-то, еще что-то, делать свои вариации, ну и также, естественно, изучать существующие и комбинировать их, именно комбинировать, комбо, в принципе, это и так, я думаю, всем понятно. Вот, также не забывайте шпагат, все позиции, физика, подкачивайте ручки и так далее, тренируйте балансы. Это очень все полезно на самом деле для вот этих вот всех вещей, так как это уровень рук, а руки должны быть прокачаны.
Вот, это был B-Boy Gypsy, Predators, на проекте Break Advice. Качайте, учитесь, практикуйтесь, спрашивайте, смотрите, пробуйте. Всем удачи, но главное, аккуратно, не травмируйтесь. Все, всем мир, развития, успехов. Break advice.